Всем здорово, гангстеры! Вы, наверное, знаете жутко пропиаренный челлендж 100 слоев, где люди накладывают на различные участки своего тела 100 слоев всего в подряд. Сегодня я буду наносить на свое лицо 100 слоев черной маски. Я не могу себе представить, как это будет выглядеть, поэтому погнали быстрее, сделаем это! Сегодня я буду использовать активированный уголь, пищевой желатин и молоко. У меня уже готова смесь для черной маски. Я одел футболку, чтобы не заляпать рубашку, и начинаю наносить эту смесь себе на лицо. Я не буду ее наносить на все лицо, потому что тогда мне ее будет проблематично снимать. Я ее нанесу на щеки, нос и лоб. Я уже нанес первый слой маски и сейчас буду наносить второй. Я нанес только 7 слоев, но у меня маска уже вот потекла здесь, вы можете видеть. Я, конечно, понимаю, что на меня все течет, но сейчас-то зачем? Сейчас я наношу 10-й юбилейный слой этой маски. Она уже засыхает. 11-й пошел. Я уже нанес 30 слоев, она просто течет. Я не успеваю ее поддерживать, она засыхает как на лице, так и в миске, она уже вон тянется. Вот, 31 слой уже был. Сейчас на ваших глазах 80 слоев черной маски. Она уже стекает у меня здесь со лба, она стекает у меня вот здесь щеки. Я не знаю, смогу ли я нанести все 100, но я очень постараюсь. Я нанес только 90 слоев, к сожалению, больше я нанести не могу, потому что маска засыхает, она становится как лизун. Вот она тянется. Вот, и, к сожалению, вот налепить ее очень сложно потом становится, поэтому я сделал только 90 слоев. У меня грязные пальцы все в этой маске. Все же я пошел по путям мейнстрима и сделал челлендж 100 слоев. Если вам понравилось это видео, то ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал и ждите нового видео, потому что оно будет не менее клевым, не менее интересным и не менее забавным. С вами был я, Никита Челышев. Всем пока. Она заползает мне в рот. Не надо, посиди тут, молясь. Подожди, я еще не снял видео. Это урок мейкапа, и сегодня я расскажу, как наносить черную маску на лицо. И скажу точно, вот так не надо наносить.